Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим с вами вычитать однозначные числа из двузначного. Рассмотрим случай вычитания из числа 13. Также на уроке мы продолжим работу по запоминанию табличных случаев вычитания, повторим состав числа и будем решать задачи изученных видов. Давайте посмотрим на числа и подумаем, сколько нужно вычесть из числа, чтобы осталось 10. Перед вами двузначные числа. Вспоминаем. Двузначные числа состоят из разряда десятков и разряда единиц. Подумайте, сколько нужно вычесть единиц, чтобы осталось 10. Правильно. Прочитайте равенство разными способами. 12 минус 5 равняется 7. Из 12 отнять, а можно сказать и вычесть, 5 получится 7. 12 уменьшить на 5 получится 7. Уменьшаемое 12, вычитаемое 5, разность равняется 7. Разность двух чисел 12 и 5 равна 7. Подумайте, а как же можно вычесть 5 из числа 12? Да, можно вычесть двумя способами. Первый способ – это вычитание по частям. 12 минус 2 – получаем 10. И вспоминаем, что 5 – это 2 и 3. Из 10 вычитаем 3 – получаем 7. Еще есть второй способ – на основе знаний состава числа 12. Итак, 12 – это сумма чисел 5 и 7. Значит, от 12 отнимаем 5 – получаем 7. Посмотрите на равенство. Увеличьте вычитаемое на одну единицу. Прочтите равенство. Получилось 11 минус 3, 12 минус 4. А что будет с ответом? Как изменится разность? Ответ будет одинаковый. Если вычитаемое увеличить на 1, то разность уменьшится на 1. Увеличьте уменьшаемое на одну единицу. Прочтите выражение. 12 минус 3, 13 минус 4. Как вы думаете, какой будет ответ? Если уменьшаемое увеличить на 1, то разность также увеличится на 1. Посмотрите, какой пример мы еще с вами не решали. 13 минус 4. Составьте из этого примера равенство на сложение и равенство на вычитание. Зная, что сумма чисел 9 и 4 равна 13, можно составить два примера на вычитание. 13 минус 9 равно 4, 13 минус 4 равно 9. Итак, ребята, сегодня на уроке мы с вами научимся вычитать однозначные числа из числа 13. Как от 13 вычесть 4? Отнимаем от 13 3 и получаем десяток. Вспоминаем, 4 – это 3 и 1. 3 мы уже отняли, значит, остается отнять еще 1. От 13 отнять 4 можно по частям и получим 9. Рассмотрим вычитание однозначных чисел из числа 13. Чтобы от 13 отнять 5, мы 5 раскладываем на 2 удобных числа, на 3 и 2. Чтобы отнять 6, 3 и 3. Чтобы от 13 отнять 7, мы число 7 раскладываем на 2 удобных числа, на 3 и 4. Число 8 разложим на 3 и 5. А чтобы отнять 9, нам нужно 3 и 6. Ребята, посмотрите внимательно. Первое удобное число равно 3. Почему? Потому что от 13 отнять 3, получаем десяток, а затем отнимаем оставшееся число. Рассмотрим еще один способ на основе знания состава числа 13. Итак, 13 – это 9 и 4, 13 – 5 и 8, 13 – это 7 и 6. Рассмотрим один случай. Сумма чисел 5 и 8 равна 13. Значит, если от 13 отнимаем 5, получаем 8. От 13 отнимаем 8, получаем 5. Если вычесть из суммы одно из слагаемых, то получим другое слагаемое. Остальные примеры рассмотрите самостоятельно.
Перед вами таблица вычитания однозначных чисел от числа 13. Посмотрите, как изменяется вычитаемое. Вычитаемое увеличивается на 1. Что происходит с разностью? Разность уменьшается на 1. Запомните хорошо эту таблицу. Для проверки знаний, ребята, давайте выполним самостоятельную работу. Проверим свои ответы. При решении этих примеров вы могли пользоваться любым из изученных способов. Давайте еще раз проверим, а как же вы рассуждали при вычитании? Чтобы 13 отнять 6, 6 нужно разложить на части, на 3 и 3. От 13 отнимаем 3, получаем 10, от 10 отнимаем 3, получаем 7. И второй способ. 13 мы знаем, это 6 и 7. Значит, если от 13 отнимаем 6, получаем 7. На странице 84 под номером 2 есть задача. По кратким записям нужно составить условия задачи и решить их. О ком будет говориться в первой задаче? О девочках. Как звали девочек? Валя и Лида. Я вам предлагаю составить задачи про шары. У Вали было 10 шаров, у Лиды на 2 шара меньше. Какой же мы зададим вопрос? Сколько всего шаров было у девочек? Посмотрим на вторую задачу, а во второй задаче составим про конфеты. У девочек было 8 конфет, съели 5 конфет. Сколько конфет осталось? Ребята, сможете вы по условиям задачи определить, где задача простая, а где составная? Да, вторая задача простая. Почему? Потому что мы сразу можем узнать, сколько осталось. Нам известно, сколько было конфет, известно, сколько съели. Из предложенных решений задачи давайте выберем, какое решение верное. Да, верное второе решение. Почему? Потому что мы должны решить задачу вычитанием, так как у нас спрашивалось, сколько конфет осталось. Давайте вернемся к основной задаче и решим ее. Можем ли мы сразу узнать, сколько шаров у девочек? Нет, не можем. Почему? Нам неизвестно, сколько шаров у Лиды. А что нам сказано про Лиду? Что они на 2 шара меньше. Из предложенных решений задачи выберите, какое решение верное. Да, ребята, верное решение первое. Почему? Потому что в первом действии мы находили, сколько шаров у Лиды. Каким действием мы находили? Вычитанием. Почему? Потому что сказано на 2 меньше. Вторым действием мы находили, сколько шаров всего у Вали и у Лиды вместе. Эту задачу мы решали двумя действиями. Эта задача составная. Итак, ребята, сегодня на уроке с какими вычислительными приемами мы познакомились? Мы научились с вами вычитать однозначные числа из числа 13 с переходом через десяток. Давайте вспомним. Ребята, как можем найти значение выражения 13 минус 7? Мы можем применить способ вычитания по частям. От 13 отнимаем 7. 7 раскладываем на 2 удобных числа, на 3 и 4. 13 минус 3 получаем 10, и от 10 отнимаем 4, получаем 6. А можем, ребята, применить знание состава числа. Вспоминаем, 13 – это 7 и 6. Значит, от 13 отнимаем 7, остается 6. Дома повторите состав числа 13. Вычислите примеры, запомните их. И для формирования вычислительных навыков выполните задание первое. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие первоклассники! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка. Рассмотрите предметы на картинках. Произнесите слово-название каждого предмета. Послушайте, какими звуками они различаются. На картинках изображены лук и люк. Слова лук и люк различаются звуками л и л. А почему в первом случае звук л твердый, а во втором мягкий? Верно. В слове лук буква у указывает на твердость предшествующего согласного звука, поэтому звук л будет твердым, а в слове люк буква ю указывает на мягкость предшествующего согласного звука, поэтому звук л будет мягким. Вы, наверное, уже догадались, что темой нашего урока будет твердые и мягкие согласные звуки. Сегодня на уроке мы будем учиться различать мягкие и твердые согласные звуки в слове и правильно их произносить.
а также соотносить звуковые обозначения со словами. Большинство согласных звуков образуют пары по мягкости и твердости. Напоминаю, что звуки мы записываем в транскрипции, а мягкость согласных звуков мы показываем с помощью орфографического знака, запятой сверху. Некоторые согласные являются только твердыми или только мягкими. Они не образуют пар по мягкости и твердости. Всегда мягкими являются звуки «и», «ч», «щ». Всегда твердыми «ж», «ш», «ц». Предлагаю выполнить следующее задание. Прочитайте каждую пару слов, произнесите звуки, которыми обозначены выделенные буквы. В слове «рад» буква «р» обозначает твердый согласный звук «р», а в слове «ряд» буква «р» обозначает мягкий согласный звук «ри». В слове «воз» буква «в» обозначает твердый согласный звук «в», а в слове «вез» буква «в» обозначает мягкий согласный звук «ви». В слове «мыл» буква «м» обозначает твердый согласный звук «м», а в слове «мил» обозначает мягкий согласный звук «ми». Прочитайте слова, которые начинаются с твердого согласного звука. Это слова «рад», «воз», «мыл». Прочитайте слова, которые начинаются с мягкого согласного звука. Слова «ряд», «вез», «мил». Ребята, а от чего зависит мягкость и твердость согласного звука? Верно, от звука, который стоит после согласного звука. Запомните, ребята, мягкость согласных звуков обозначается на письме буквами «е», «ё», «ю», «я», «и», а также мягким знаком. Твердость согласных звуков обозначается буквами «а», «о», «у», «ы», «э». Выполним следующее задание. Прочитай, назови слова, которые начинаются на одинаковый звук. Слово, которое оказалось лишним, запиши звуковыми обозначениями и составь к нему схему. Даны слова «былина», «бабушка», «белка», «бобер», «брусника». Какие слова начинаются на одинаковый звук? Проверяем. Слова «былина», «бабушка», «бобер», «брусника» начинаются на твердый согласный звук «б», а слово «белка» начинается на мягкий согласный звук «б». Следовательно, это слово является лишним. Составим звуковую схему к слову «белка». Разделим слово «белка» на слоги. «Бел», «К» в слове «белка» два слога. Поставим ударение. «Белка» ударение падает на первый слог. В слоге «бел» звук «б» и звук «э» образует слог слияния мягкого согласного звука, обозначаем зеленым цветом, и гласного звука, обозначаем красным цветом. «Бел» в следующем слышим звук «л», он является твердым, обозначаем синим цветом. В последнем слоге «к» звук «к» и звук «а» образует слог слияния твердого согласного звука, обозначаем синим цветом, и гласного звука, обозначаем красным цветом. В слове «белка» 5 букв и 5 звуков. Следующее задание. Прочитай, что обозначает каждое слово. Какими звуками различаются слова каждой пары? Как обозначено на письме мягкость согласных звуков? Даны слова «галка» – «галька», «шест» – «шесть», «мел» – «мель». Объясним значение каждого слова. «Галка» – это птица. «Галька» – это камушки небольших размеров, которые располагаются на поверхности вдоль берегов рек и морей. «Шест» – это длинная палка. «Шесть» – это цифра, количество, число. «Мел» – это мягкий белый известняк, употребляемый в промышленности для окраски и писания на доске. «Мель» – это мелководное место в море, реке или озере. Чем различаются слова? Слова «галка» и «галька» различаются звуками «л» и «л». Слова «шест» и «шесть» различаются звуками «т» и «т». Слова «мел» и «мель» различаются звуками «л» и «л».
Как обозначено на письме, мягкость согласных звуков. В словах «галька», «шесть» и «мель» мягкость согласных звуков обозначена на письме мягким знаком. Следующее задание. Прочитай, спиши предложение, заменяя звуковые обозначения слов буквами. Проверяем. Первое предложение. Я беру пилу и дрова пилю. Второе предложение. Из леса дед вез целый воз дров. Сегодня на уроке, ребята, мы научились различать мягкие и твердые согласные звуки в слове и правильно их произносить, а также научились соотносить звуковые обозначения со словами. Рекомендую выполнить самостоятельно упражнение 4 на страничке 82. Спасибо за внимание, урок окончен. Здравствуйте, дорогие ребята! Я держу в ладошках солнце и дарю его друзьям. Улыбнитесь, это ж просто. Лучик солнца – это вам. Вот с таким замечательным настроением мы сегодня начнем урок литературного чтения. Ребята, есть очень много хороших человеческих качеств. Доброта, отзывчивость, терпение, честность, трудолюбие. Есть и отрицательные черты характера – злобность, леность, завистливость, нетерпимость, равнодушие. Сегодня мы познакомимся с героями произведения Нины Михайловны Артюховой «Саша Дразнилка» и узнаем еще об одном качестве характера. Нина Михайловна Артюхова родилась в Москве в семье книжного издателя. Прожила долгую жизнь – 89 лет. Увлекалась химией, астрономией, историей. Очень любила писать рассказы для детей. Поэтому и стала детской писательницей. Ее произведения легко читаются, учат быть честными и смелыми. Рассказ, с которым мы сегодня познакомимся, называется «Саша Дразнилка». Ребята, а как вы думаете, дразнить – это хорошо или плохо? Молодцы, конечно же, плохо. В толковом словаре Ушакова есть определение этому слову. Дразнить – это значит злить, сердить, намеренно раздражать шутками, приставанием. А кто же такой дразнилка? Дразнилка – это человек, который дразнит другого. Ребята, как вы думаете, а о чем пойдет речь в нашем рассказе? Наверное, о Саше, который любит дразнить. Я прочту рассказ, а вы послушайте внимательно и подумайте, о каком качестве характера идет речь. Саша – дразнилка. Саша очень любил дразнить свою сестренку. Ляля обижалась и плакала. «О чем ты плачешь, Лялечка?» – спрашивал папа. «Меня Саша дразнит». «Ну и пусть дразнит, а ты не дразнись». Было очень трудно не дразниться, но один раз Ляля попробовала, и вот что из этого вышло. Ребята сидели за столом и завтракали. «Вот я сейчас поем», – начал Саша, – «и твою куклу к люстре за ноги подвешу». «Ну что ж», – засмеялась Ляля, – «это будет очень весело». Саша даже поперхнулся от удивления. «У тебя насморк», — сказал он, подумав. «Тебя завтра в кино не возьмут». «А мне завтра не хочется, я пойду послезавтра». «Все вы, девчонки», — дрожащим голосом проговорил Саша, «все вы ужасные трусищи и плаксы». «Мне самой мальчики больше нравятся», — спокойно ответила Ляля. Саша посмотрел кругом и крикнул. «У меня апельсин больше, чем у тебя». «Ешь на здоровье», — сказала Ляля. «Поправляйся». Тут Саша не выдержал и заплакал. «О чем ты плачешь, Сашенька?» – спросила мама, входя в комнату. «Меня Лялька обижает», – ответил Саша, всхлипывая. «Я ее дразню, а она не дразнится». «Ребята, скажите, пожалуйста, почему Ляля обижалась?» «Правильно, потому что ее дразнил ее брат Саша». Найдем и прочтем, какой совет дал папа Ляле. «Правильно. Ну и пусть дразнит, а ты не дразнись», – сказал папа. Рассмотрите иллюстрацию к рассказу на странице 11 и скажите, к какому эпизоду данная иллюстрация. Верно. Данная иллюстрация именно к тому эпизоду, где ребята сидели за столом и завтракали. Ребята, скажите, пожалуйста, а можно ли этот рассказ назвать по-другому? Например, «Папин совет» или «Не дразнись».
Конечно, можно. Я вам предлагаю придумать свое название к этому рассказу. Давайте составим план для того, чтобы нам было легко его пересказать. Ребята, я предлагаю вам свой план, но вы можете составить свой тот, который вам удобен. Первое. Саша дразнит Лялю. Второе. Ребята сидели за столом и завтракали. Третье. Я ее дразню, а она не дразнится. А теперь попробуем сжато передать содержание рассказа. Саша любил дразнить сестру из вредности. Ляля долго обижалась и плакала, пока не обратилась за помощью к отцу. Папа не стал ругать сына, а дочке дал хороший совет. Когда ребята сидели за столом и завтракали, Ляля перестала обращать внимание на дразнилки Саши. Саше это показалось обидным, и он заплакал с досадой. Девочка помогла ему осознать, что дразниться нехорошо. Ребята, сейчас я предлагаю вам пройти тест и ответить на следующие вопросы. Выберите, пожалуйста, один вариант ответа. Если вы ответите на все вопросы правильно, значит, вы внимательно слушали рассказ, и, конечно же, вы молодцы. Итак, первый вопрос. Как звали сестру Саши? Лена, Люся, Ляля. Верно. Сестру Саши звали Ляля. Второй вопрос. Какой совет дал папа дочке? Отойди, не дразнись, тоже дразнись. Верный вариант ответа – не дразнись. Третий вопрос. Ребята сидели за столом и завтракали, обедали, ужинали. Совершенно верно, ребята, завтракали. Четвертый вопрос. Саша хотел подвесить куклу к кровати, форточке, клюстре. Правильный ответ – клюстре. Так, следующий вопрос. От удивления Саша захлебнулся, поперхнулся, раскрыл рот. Верный ответ – поперхнулся. По мнению Саши, девчонки, трусихи и злюки, зануды и плаксы, трусихи и плаксы. Верный ответ – трусихи и плаксы. И седьмой вопрос. Мальчик считал, что у него больше апельсин, мандарин, яблоко. Правильно, ребята. Правильный ответ – апельсин. Молодцы. Итак, прочитав данное произведение, мы можем сделать вывод, что обидчивость – это отрицательная черта характера. Она мешает человеку быть уверенным в себе. А спокойствие, вежливость и чувство юмора помогают справиться с обидой и правильно вести себя с обидчиком. Есть золотое правило, ребята. Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Подведем итоги нашего урока. Итак, как называется рассказ, с которым мы сегодня познакомились? Верно, Саша Дразнилка. Кто его автор? Нина Михайловна Артюхова. О каких отрицательных чертах характера мы говорили на уроке? Мы сегодня говорили об обидчивости, да, ребята? Ребята, прочитайте рассказ и подготовьте дома пересказ, а также дайте свое название рассказу. Спасибо за урок. До скорых встреч!